что сегодня сигналы человеческих любящих сердец, которые отправляются туда, на фронтовую полосу, они звучат созвучно тем строчкам, которые известны сегодня всем, бессмертным строчкам Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». И вот удивительную эту трогательную мелодию Кирилла Молчанова положили в основу театрализованной композиции эти блестящие актрисы, я по-другому их не назову, участницы хорового театра «Отражение». И я с удовольствием приглашаю опять театр на сцену. Я хочу только объявить, конечно же, имена концертмейстера Натальи Цыневой и постановщика этой замечательной театрализованной композиции Александра Ларцева. Зовут. Это замечательный композитор.